Всем привет, ребята! Вы на канале Dudaplay. Продолжаем играть в игру Hills of Zombie. И у нас такой вот есть автомобильчик, на котором мы будем сейчас с вами ехать вперед, вперед и уничтожать так называемых зомбачков. Есть ускоритель, который мы купили в прошлой серии. Вот, с ускорением у нас все в порядке. Ну, по крайней мере, получше стало, чем раньше. Ну и двигатель, естественно, мы прикупили получше. Так, давай, 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 давай. А, почему? А, мы там встали. А, зомбарь какой-то там лег и лежал. И нам мешал проехать. Ладно. Ой, как хорошо, смотри. Все-таки двигатель дает свои плоды. Так, давай, 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 давай. Ой-ой-ой, назад, назад. Вперед, давай, поехали. Только вперед, ребята. Только вперед, уничтожать зомбарей тут. И когда мы проедем полностью вот эту, получается, карту мы с вами, нам дадут джип. Нам дадут джип. Очень хороший. Так, проехали мы еще меньше почему-то. Ладно, давайте заберем деньги. Денежек нам сейчас дадут 500. 500 монет. А с нашими монетками будет 1000. 1000 монет. Офигеть. Давайте приобретем тогда полностью бензин. Все, бензин полностью приобретем. Двигатель у нас на максимуме. Осталось сейчас у нас пушку докупить и трансмиссию. Ну, я думаю, сейчас вот с таким бензинчиком мы много проедем, наверное. А может нет. Сейчас проверим. Я надеюсь, будет легко проходить эту серию. Так, посмотрим. Нет, не знаю. Давай, давай, ускоряемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, притормаживает наш автомобильчик. Нет-нет-нет, мы должны проехать. Офигеть. Просто-напросто. Как будто, знаешь, 15 кадров в секунду у нас. Хотя у нас написано, что 30 секунд, 30 кадров. 30 кадров в секунду. По идее, неплохо. Ёлки-палки, да. Трансмиссию надо нам прикупить все-таки. Без трансмиссии, я смотрю, мы далеко с вами не уедем. Хотя, сейчас посмотрим. О, да, уже проехали мы уже лучше, побольше. Ого, ты видал, как колесо нам застряло? Ёлки-палки, все, встали. Закончился бензин. Да, сколько монет? 474 монетки за расстояние, ну, весьма неплохо, 630. В итоге. Не, давайте приобретем что-нибудь. Давай трансмиссию купим. Все, останется мне еще раз трансмиссию купить и все. А, ну еще автоматик останется. Что, поехали? Поехали, поехали. Да. Этот карта оказалась не такой уж и легкой. Сложная карта, я бы сказал. Ну, как сложная. Ну, не супер легкая, да. Я вообще боюсь, что там будут за следующие карты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Даже представить себе не могу. Так, отъехали мы назад. Давай, ускоримся. Все. Ну и закончился ускоритель. Я не знаю, как мы будем проходить эту карту. Ускорителя вообще мало. Не хватает. Не хватает ускорителя совершенно. Так, мы проехали. В принципе, мы уже больше половины. Так, и бензинчика, в принципе, у нас достаточно много. Но здесь видишь, как вот в этой, в середине этой карты очень много всяких таких вот туннелей. Вот такие, где много зомбаков. Тяжело, конечно, все равно так проезжать. О, давай, 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 еще немножечко. О, все, закончилось топливо. Мы на этом же месте, кстати, с вами, ребята, в прошлый раз закончили, да? Ладно, будем надеяться, что новая трансмиссия нам поможет. Ага. Так, давай. Все, максимально трансмиссию мы прокачали. Остался у нас только автомат. Надеюсь, мы здесь проедем. Попробуем, попробуем, ребята. Не знаю. Обещать ничего не могу. Может быть, все-таки автомат делает свое дело. Зомбарей этих уничтожает.
Давай, 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 давай. Ну, вот она останавливается. Машинка наша. Так, а ну-ка. Так, бензин уже на серединке. Так, максимально мы сейчас проскочим, сколько вообще возможно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, встали здесь. Чего встали? Давай едем. Так, половину проехали, а бензин уже больше у нас потратился. Ой-ой-ой, давай. Ну что ты будешь делать? Что ж ты назад-то откатываешься, а? Машинка. Давай-давай-давай. Поехали. Так, здесь. Вообще тормозить там нельзя. А, навряд ли мы пройдем. Смотри. Бензин на нуле. Да, все, кончился бензин. Вообще не проехали. Даже совершенно нисколько. Ладно. А, зато заработаем, может, денег. 537 монет. Давай приобретем тогда уже максимально. Все. Официально машинка полностью у нас улучшена. Уже да нельзя. Сейчас будем с вами, ребята, пробовать все-таки карту проехать. Здесь мы сюда поедем. Так, стоп, остановимся. Так, а ну-ка, давай. О-о-о-о! Да. На гашетку я нажимаю. И тратится бензин. Смотри, я вот слежу за бензинчиком. А ну-ка, он, мне кажется, даже увеличивался в какое-то время. Бензинчик. Так, все, половину мы пути проехали. С вами, ребята. Да, половину пути проехали. По бензину. Бензин тоже половина пути. Ой, надеюсь, мы проскочим, надеюсь. Давай, 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 еще немножечко. Ой, хорошо, смотри, как хорошо мы едем. Так, ускоритель уже закончился. Ё-моё. Все, заканчивается бензин. Немножко-то доехать осталось. О, все, какой-то огромный злобный зомби стоял. Ух, проехали, наконец-то. Я уже переживал, что мы не проедем эту трассу. Но мои переживания были напрасны. Давайте посмотрим. Мы проехали и открыли... А, я думал, нам грузовик дадут. Нет, не грузовик. Грузовик будет следующий. Вот у нас такая машинка. Ну, давайте попробуем. Посмотрим. Новая трасса у нас. Ого, какая интересная трасса. Фига у него колесики какие, смотри, мощные, да? Тут, смотри, я и новые эти зомбари появились. Нифига. Вот это у нее рев такой двигателя у машинки. Тихо, давай. О-о-о! Да, движок надо прокачивать, ребятушки. Все, встали. Закончился бензик у нас. Итого мы проехали 269 метров всего лишь. Давай еще раз проедем, попробуем. Так, давай-ка, быстренько. Не, все-таки надо, мы, знаешь что, мы возьмем ускоритель, наверное, купим. Точно. Ускоритель надо прокачивать. Ну, новая, как тебе новая трасса? Слушай, интересная. Она очень похожа на старые трассы. Только они поменяли цвет. Цвет земли. Да, чуть-чуть дальше проехали. Монет вообще мало дают. Ё-моё, 270 монет. Что это за зарплата такая? Давайте приобретем ускоритель. Максимально. Так, и еще. О, хорошо. Нифига себе, турбоускоритель какой. Ё-моё. Нифига у нас машинка. А ну-ка, как ускоритель работает? Ой, хорошо работает ускоритель. Прям-таки неплохо. О! Все взрываем здесь. Все повзрывали. Да! С ускорителем намного лучше. Ой, закончился ускоритель. Ё-моё. Совсем чуть-чуть у нас осталось проехать, доехать, не знаю. Ой, как быстро что-то бензин потратился. Что-то я не понял. Он прям вообще уходил. Очень достаточно-таки быстро. Так, 346 монет.
А, ну, неплохо. Давай попробуем еще раз. Прогонимся мы или нет? Сейчас ускоримся. Опа. Так, ну да, достаточно-таки просто-напросто бензин быстро у нас уходит. Ага, на гашетку я нажимаю, я смотрю. И у нас прям такие бензинчики заканчиваются. Ёлки-палки. Все, у нас и этот самый хочется. Ускоритель. Ох ты, нифига, смотри, какой этот зомбарь бежит. С бомбой. И упал такой. Ё-моё. А сколько у нас монет? 800 монет. Что можно приобрести на эти монеты? А, давай еще купим ускоритель. О, поехали. С ускорителем. Так, добавили мы ускоритель. Может быть, даже мы эту трассу пройдем с вами. Просто тупо на ускоритель. Не знаю. Опа. Хорошо. Да. Бензин только что тратится очень быстро. Но все равно. Такой шум какой-то, да, идет. Так, ускоритель закончился. И бензинчик, смотри, как падает. Прям падает, падает. Ой, вообще, махом. Махом ускоритель сел. Ну ладно. Поехали, смотрим, что у нас по монетам. 242 монетки, итого 342. Ну, тоже, в принципе, и неплохо, я считаю, таким. Друзья, ну что ж, на этом будем заканчивать нашу серию. В следующей серии мы купим ускорителя еще больше и проедем эту трассу, я думаю, очень легко. Ну что ж, всем пока-пока, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, передавай привет.